3, 2, 1, мы начинаем. Приветствую вас, дорогие подписчики. Сегодня у нас Call of Duty Mobile, и мы будем просматривать, что у нас здесь за розыгрыши появились. Конечно же, я не буду особо акцентировать внимание на то, что мы уже просмотрели. Всякие скины, крутые шмотки, мы все это посмотрели. Значит, у нас главное сегодня событие — это розыгрыш «Темная сторона». Значит, мы здесь, ребят, уже получили мотоцикл. Смотрите, вот он. То есть это стоило 0 SR. Мне, конечно, могло выпасть что-нибудь поинтересней, но мне выпал этот мотоцикл. Будем на нем гонять, будем использовать его. Посмотрим, насколько он мощный, как он вообще смотрится на карте. Значит, в дальнейшем, чтобы прокрутить нам еще разок колесо, нам нужно задонатить 55 SR. Мы этого делать не будем по одной простой причине, потому что я не особо прям фанат данной игры. И я, пожалуй, воздержусь. Конечно, мне нравится вот этот пистолетик, потому что меня часто убивают вот именно с такого пистолета. Посмотрим видос. Ну, эффектно. First ever Legendary Chart. Ребят, очень эффектно на самом деле смотрится. Все в красном цвете. Блин, ну просто шикарно. Ребят, молодцы, сделали, постарались. Хорошо, дальше. У нас вот этот розыгрыш «Тушите свет». Стоит 20 СР. У меня этого нет. И приобретать я не буду. Значит, что у нас здесь есть? Рюкзачок, магнитный импульс, ракетница FHJ-18. Так, экзоскелет наемника видим, да? Тушите свет, визитка в стиле. Крылатый костюм, магнитный импульс тоже. LK-24, магнитный импульс присутствует. Ну и Эми, скорее всего. PYC-79U, да, ZX-7000. Прикольная, кстати, такая, да. Очень добавленный эффект, да, электричеством. Типа убиваешь при смерти, человек просто как будто бы исчезает. Стильненько сделано, стильненько, ничего не скажешь. Имеется у нас пресс-предложение. Типа за 35 SR и вот этот сундучок, в котором мы видим ящики. «Ночная жуть» называется этот ящик. То есть ты платишь $1, получаешь 35 SR и вот этот ящик. Мы видим здесь первое оружие, значит, фиолетовое эхо полнолуния. А далее идет «Сераф» в униформе, серебряная пуля. Потом «Дольщик», АК-47, неплохо. Револьвер J358, захват цели, топор, захват цели, граната, камуфляж, захват цели, и крылатый костюм, тоже в камуфляже, захват цели, парашют, амулет вампир и граффити перемены. Ну, почему? Очень даже неплохо. Здесь можно типа заплатить $1. Я понимаю тех людей, которые могут это задонатить, если они, так сказать, любители данной игры и такие уж прям фанаты. Неплохо. Есть у нас еще такой момент. Значит, я здесь пошарился и увидел лотерейную доску. Я ее раньше не замечал. Вот, для того, чтобы здесь сыграть, нужно просмотреть рекламку. Вот, после просмотра рекламы мы получаем... То есть рекламку мы сейчас просмотреть не можем, да? Я так понимаю. Давайте перезайдем в эту лотерейную доску. Так, реклама, возможно, закончилась. Там, скорее всего, стоит какой-то лимит. Ну, неважно. В общем, сам факт того, что мы смотрим рекламу и получаем из вот всего, что изображено сейчас на доске, мы получаем что-то одно из этого, когда разыгрываем купон удачи. Значит, если мы получаем монеты, вот как указано, 2, 4 и 10, то заходим в магазин, и как вы сами видите, мы можем приобрести то же самое, что на доске, только уже за такие монеты. В принципе, все. Здесь я ничего нового пока не вижу. Очень все прикольно, трэшово, интересно. Поэтому, ребятки, кто хочет продолжение в данной
рубрики по Call of Duty, постоянно проводить обзоры, смотреть обновления. Пишите в комментарии, давайте будем обсуждать, какие-то, может, будут идеи у кого. Ставьте лайки, кому нравится видос, и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе событий, потому что я раз в неделю стараюсь выпускать видео подобного характера, ну, либо раз в две недели, в зависимости от того, как это видео зайдет. На этом все, всего доброго, до свидания, удачи всем, пока!